Здравствуйте, меня зовут Дарья Карепова, мне 31 год, я из Ульяновска. Я обожаю птиц, и вся моя жизнь – это орнитология. Орнитологией я начала заниматься с 3 класса, но постепенно как-то круг моих интересов сузился, и из всех птиц мне стали интересны только перья. Произошло это, наверное, в тот момент, когда в одной из экспедиций в один из районов Ульяновской области мы нашли перо-сову. Я начала собирать коллекцию перьев. Сейчас накопилась уже коллекция огромная, больше 180 видов, а это несколько тысяч перьев. Конечно, она из просто любительской сейчас переросла уже в научную, собирается она так более серьезно. И так я стала автором первой энциклопедии определителя перьев птиц в нашей стране. Я сейчас работаю в Ульяновском областном краеведческом музее, и туда я передала свою коллекцию и создала лабораторию по изучению перьевого покрова. На проект «Удивительные люди» я пришла для того, чтобы рассказать людям об орнитологии и привлечь их к этой науке.